Пацан! Тыщ, тыщ, тыщ! Патронов нет. Ты где? На бошку. И бочку снесу. Это Блэйд Сосари. Ты чё? Эй, всем привет, вы на канале ArtStream, и мы продолжаем наш Warhammer 40 тысяч Battle Sister. Тут взяли пушки и погнали дальше разваливать этих несчастных. Так, как-то надо... У меня тут какой-то... Во! Иначе мы убьем! Сразу, сходу пацаны налетают. Хэдшот! Куда она? Вы чё, парни? Осторожно, надо быть осторожным. Все-таки на войне ходим тут. Не просто так. Это он откуда такой дерзкий? А, вон они. Так вас и не видно. Что-то подвисает. О, тут мои чуваки. Кенты мои. Прикрываю. Подожди, мне нужно патроны подобрать. Ты там выживешь нормально? Хорошо. О, а там кто? Завязывай давай. Завязывай, я сказал. Дыщ, пиу-пау. Готово. Ля, у тебя пушка, я тоже такую хочу, Давай махнемся. Давай. Так. Нихера их тут. Хорошо, они ее тоже атакуют, а не только меня. То есть обычно в играх на ботов этих вообще не обращают внимания. Кабин снесу. Тебе уже снесли, ладно. Не успел. Сука, где-то бегут. Что-то много, где-то куча всего бегает. Я не понимаю, где. Вон они. Надо что, оборонять их, или она сама с ними справится? Так, понял. Надо защищать, получается. Они идут наступление. Бля, с таким пулеметом мы сейчас отобьем всех. Ля, они стреляют, слушай. Свободны нам. Подавляющий огонь. Бля, это она так стучит. А, нам сюда надо, я понял. Все, идем. Бля, она теперь со мной бегать будет? Ну, Battle Sister же называется. Так мы уже одну же завалили, что мне еще получается есть? Это подруга какая-то. Так, чисто. Все, пойдем, разваливай. Йоу, их там куча. Так, подожди, где? Надо вот так встать. Тиш. Ля прыгает какой-то. Ты, бля, прыгать дома будешь, но. Мне кажется, или у меня новое оружие. Это патроны от нее, отвечаю. Патроны. Так, подожди. Так, я понимаю все. Куда теперь я дел пушку? А, понял. Она не упала? Нет. Ох уж эти управления. Так, у меня сколько этих? Не показывает что-то. О, еще патроны, подождите. Бля, что-то чувствую, босс какой-то будет. Пацаны. Ну вы чё? Бля, я нечаянно. Ладно. Пошли наверх, все, чё там? Она не хочет идти наверх или чё? Ну ладно, опять от меня кидают, опять я один буду. Ну, впрочем... О, это мои уже, это мои! Или подожди. И патроны.
Или это она есть? А как ты же там? Хуже вы эти девушки. Все, дай нажму на кнопку. Хорошо. Так, мы сейчас куда-то отправимся. Мы сейчас куда-то полетим. Отлично. Так, давай вот так. Йоу, как держаться? Ручки есть какие-то? Ага, сижу. А что, не покажешь, как мы полетим? Как жалко. Как это жалко. Что у нас там? Planet Fall. О, мы на какую-то планету прилетим, получается. Как быстро загрузилось. Да? Или нет? Или это просто что-то моргнуло? Блин, я думал, меня игра услышала в прошлой серии и решила исправиться. А нет. Будем дальше стоять. Курить бамбук. О, хорошо. Ну это покороче. Ой, побыстрее загрузился. Так, сейчас. Раскидаю все, попинаю. Ага, третий уровень уже. Отлично. Третий уровень, вторая серия. Хорошо, идем. Хорошо. Ну, это не такие длинные миссии так-то. Ну и вообще игра, я говорю, не такая длинная. Там что-то 10 часов или 6 вообще всего-то. Немного там всего. Быстро все пройдет вроде. Опять Абхелия. Здесь Роза. Так, я прилетела на тусу. Девочки, я готова. Давай, блядь. Жмай. А. Отлично. Какой нахер пистолет? Где мой гранатомет? А, я тут прилетел. Ля, пустынька. Это неудачно приземлились, ребята. Бывает такое. Какая пушка. Так, на меня сразу будут нападать. Я, по сути, не это, беспалевно приземлился, не так, как эти ребята. Сейчас сходу, смотри. Это коридорный шутан, поэтому... О! Шо за дядя? О, пацаны! Пацан! Тыщ! Патронов нет. Ты где? На башку. И бочку снесу. Это Блэйд Сосари. Ты чё? Вы откуда такие прыгаете? Так. А. Так, а у меня это. Оружие подобрать не могу, подожди. Ага. Подожди. Оружие подобрать, упало оружие, я сейчас умру. Ой, оружие. Отлично. Вот так-то. Кабину снесу, на. Ёй, мой щука! Сзади нападают? Тын-тын-тын-тын-тын. Сейчас я до вас доберусь, черти, бля. Бля, разогнаться бы как. Сюда, бля. Отлично. Оружие куда побросали? Ладно. Ля, мне новую пушку дали. Лазган. Отлично. У меня лайсган. Чекпоинт. О-о-о. Сейчас мы его. Блин, а где этот? Кабину, ладно, так. Нихера их. Ладно, сейчас. Патрон?
Хорошо. Yes, yes. Сзади никого вроде нет. А какие-то лучи силы, солнца, света и мочи прибывают в том месте. О, нормально, ему бочка ногу оторвал. Нормалек. Откуда? А. Ой-ой-ой, пацаны. Да не орите, пацаны, не напрягайтесь. Ахаха, все, досмеялся. До встречи. Ладно, отлично, побежали. Тут что-то будет? О, тут кабиночка будет. Отлично, патроны. Патроны мне нравятся. Патроны — это хорошо, это всегда прям настроение поднимает. Пойдем дальше. По мне там кто-то стреляет. Хорошо. Да не смейся. Патронов что, штук 10? Я не насчитал. Дураки, что ли, куда так прыгать? Блин, ну наверх охота залезть. Блин, это потно. Я просто... Руку оторвал, а он еще живой. Хорошо, хорошо. Это расстрел. Это... Ну их нормально. Потно. Но мы справились. Угу. Так, хорошо. Иху. Ой, ну ладно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять, пока насчитал, девять. Так, я насчитал пока девять. Девять, девять патронов в магазин. Бля. Че у вас так много, пацаны, подождите. Девять. 10, 11, 12, 13. 13. Да блин, почему я тебя оторвал не ту руку? Остановиться надо. Пусть бегут сами, блин. Че им, блин? Шавка, что ли, какая? О! Ого, они спавнятся? Да тихо, тихо. Тихо, тихо, пацаны. Еще кричит.
Блин, на самом деле крипово, когда начинает кричать и резко появляется в VR это. Угу. Хорошо, хорошо, вкусно. Так, с них, получается, тоже патроны падают, да? Так, ну нам, получается, наверх. Пойдем наверх. Блин, приходится только рывками. По-другому никак. По-другому нам никак. Чекпоинт. Роза, there are heretic marines here. Be careful. Роза. Больно. Так, давайте, наверное, на этом закончим. Я говорю, я заканчиваю серию, куда ты лезешь? Как раз сохранились, и все четко, и по времени успеваю. Так что, спасибо всем, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ниже ссылочка в описании на паблик ВКонтакте, там все VR. А теперь, до встречи.